Ну что ж, всем тогда здравствуйте. Начинаем Mortal Kombat 11 с Некросом и Тимуром. Всем привет, ребятки. Ага. Ну что, бери что-нибудь уверенное. Жесткое, да? Ну да, потому что вот я Кейну возьму, а это тоже опасно. Он тоже могёт. Правда, не знаю, какой лучший стиль, но... Какой у нас сегодня план на игру? Да просто поиграть, то есть ничего особенного. Берите каких-то персонажей, которыми ты больше лучше играешь, и все. Я вот смотри, я, наверное, буду брать персонажей, которыми я играю, но стили, наверное, буду все-таки другие немножко да? брать. Буду что-то искать для себя. Может, смотреть, что лучше, да? Окей. Ой, заела клавиатуру. Слушай, что-то, по-моему, интернет тупит. Видно, что подлагивает. Да, есть чуть-чуть. Ну. А, вот так вот. Слушай, по-моему, и пинг какой-то странный, не? 65, нормально. Нормально? А, окей. Такое ощущение, что у меня игра плавает, как в желе. Тут ощущение такое, я не знаю. Ага. Угадал. Ой, аж пролагало. Ой, это все, это с кровотечением, да? Если он ловит ролл, то кровотечение. Не, что-то фигня какая-то, подлагивает. Реально, я не знаю, что это такое. Видимо, что-то сломалось, перегрело сейчас жара. Может, что-то грузится? Да нет. Не. Нет. Чем? У меня тоже вроде все нормально. Не-не-не, это у меня. У меня вот пропадал интернет на секунду там. Наверное, из-за жары. Опа, это я вообще не нажимал. Ну, такой себе телепорт, типа, не знаю, как по мне. Как не попал-то? Такая противная эта штука, просто. Она плюсовая у тебя? Да, да. Можно прям, ну вот просто. То есть мне вообще ничего туда не вставить? Да, да. Надо уходить как-то. А если второй стиль, там еще кислота добавляется, и просто чип дэмэдж. Что, среднего удара начинается? Да, прикинь. Господи, что это такое? Это вообще, это жесть полная. Нет, это уже не уйти, не надо. Это реально какая-то, ну, ненормальная фигня. Клипучка прилипнет просто. Да, да, да. Не отстанет. Это, понимаешь, это вот я в первом стиле играю. Если бы я во втором стиле играл, после поки вниз один, типа, сразу кислота идет. Если ты ее пропускаешь, потом поджог идет, типа. А он уже, ну, не блокируется.
Как по коробке какой-то, по железной. Наказание, да? Да, я хочу постоянно сделать апперкот после первого удара. Но не получается. Ой, не даешь улететь. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Сжался. Воу-воу-воу! Наказание. Мырть. Решил все-таки потратить, да? Дохнуть решил. Канна шар сбил. Ух ты, как у тебя отталкивает он. О, все, да, я теряю инициативу. Не то я нажимал. Опять не то нажал. Да, нет. Ой. Что? Я не поймал тебя. А ведь достаточно было просто единичку нажать какую-нибудь. Да, да, да. Так, вроде интернет успокоился. Да, вроде все нормально. Да. Как я тебя не поймал, боже мой. О, антиэр. А, то есть я не успеваю... Да. У меня лайф лид. Опять лайф лид. Да, лучше вот эту штуку нужно со вторым стилем, с кислотным. О. Чё, я не полетел? Не знаю, что-то не полетел. Интересно. Вперед 4. Анти-эйр. Лайф лид, да? Нет! Ой. Ой. А достаточно было вперед 3 нажать. Ну, метр потерял.
А, ты прочитал, смотри. Ой. Попало. Комбо попало. Средняя серия такая хорошая. Да, да. Хит конфермится хорошо. Она еще и плюсовая, по-моему. Но зато она переключится на втором ударе после. Ага. Это, по-моему, краш выводит, да? Да, или нет. А, на бруталку выводит. Что я нажимал вперед один, а не назад вперед один. Это какая-то ерунда. Господи, твой плевок. Да, плевочек хорош. А, это наказывается? Все наказывается. Бамс. А чё-то ты, да, прыгнул зачем-то. Там два летело? Там да. Летело. Два летело. Оу. Не успевай поку делать. Не, это было понятно. Это тоже было понятно, я не смог. Ну я смотрю, после вперед один можно еще захват добавить. Парирование добавить. Ну да. Типа, если ты боишься захвата, типа. Ага. Ну да, по-всякому можно. По-моему, бесполезный телепорт, нет? Ну да, такое. Не знаю. Ой, а зачем я продолжаю-то? А я что-то вижу, что это не надо хватать. Мог бы просто вперед один сделать. Что-то ты урона мне нанес. 50%, что это такое? Как ты вообще по мне попал, ты единичка это? Еле-еле дотянулся. Прям мизинчиком задел. Да. Непонятно. Слушай, она у тебя далекая такая. Ну, я не могу поку сделать. Наказывается, что ли? Ой, все. Ой, все. Ой, все. Я боялся сейчас сделать просто какой-нибудь фаталити случайно, понимаешь? Да? Назад вперед один какой-нибудь там. Два
два. Котейка опять орет у меня. Четыре. Ой. Смотри, помог. Как это наказывать, я не пойму. Ой, чуть-чуть не попал. А у меня канашар не получился, тут была троечка. Просто три. А, средняя. Это, по-моему, 9 фреймов у тебя. Ой, это не то. Да, если четыре ноги, то это все. Как наказание. Там при том четвертая, по-моему, высокая еще идет. Да? Типа можно вообще наказать. Вообще отпустить можно? Да-да-да. Подсидеть. Ну, не знаю. Но неудобно у него то, что, допустим, я буду идти назад, а потом попытаюсь наказать тебя вот так вот. Дерочка наказывается, да, у нас? Угу. Вообще за этот стиль очень мало играю. Ах, ты там матрицу показываешь. Да. Добить. Ого. Добить. Да, да. Ну, я не ожидал, что там урона хватит. Чтобы добить, чтобы добить. Как-то не тянулся. Ой. Сейфовая, да? Что-то... Ну, не может такого быть, чтобы она была сейфовая, конечно. А, читаешь. Какая дурацкая комба, я не знаю, как... Конфермите? Ну, да, как конфермить, вообще не знаю. Что, кого? Ай, у меня не получилось. Просто такой ждет Каношар, да? Ручки, ручки, ручки во все стороны, такой, ловлю. Прыгай. Надо бы второй попробовать стиль, что-то, потому что я чувствую, что я не делаю. А? Там больше урона будет, чувствуешь? Ну, там чип дэмэджа будет больше. Чип дэмэдж. Да. Вот, стиль подонок. Бадонок. Вот он, бадонок. Женщина-кошка. Так, мы кисоньку, да. Кисоньку возьмем. А чё у меня? Разве у меня кибернетический костюм на этом стиле? А, тут стиль же, ты же знаешь, что они там меняются, если в настройках поменять. Всемогущий, это вниз не стри, это можно пробивать. Я могу пробить. Да, я могу пробить этот. Вееры твои. Mm-hmm.
Ну куда это сейчас мой этот? Не знаю, это, видимо, ну. Что за долгий хитстан? Боже мой, что такое? О! Ух ты, не долетел. Ой. Где мы эти? Сай. А тут у верхняя, да? Да, да. Плевок верхний. А он пробивает. За танцы с бубнами просто. Видишь, он при усилении пробивает прожектайлы. Кстати, мне кажется, очень неплохо было бы против Джейд, да, наверное, в таком случае. Кейна. Ну, может. Потому что Джейд-то она полностью просто все. То есть уже все, никак, да? То есть, если ты эту фигню ждешь. А так я попасть не могу. Я понял. Эта фигня уже не работает, если знать как. Успел. Там горит, там стой. Это еще и комбо. Ай. О! Нифига, я сам себя спас этой кислотой. Угу. Ну, может, я бы и не попал на самом деле. Нет, если бы я кислоту не сделал, меня бы одна жизнь не откинула. Я бы попал на твой фейтл. Кого? Вот жалко, что так оно получается. Так это уже бесполезно тогда. Это работает только... Это работает только тогда, когда противник не знает, что делать.
А если противник знает, что делать, это бесполезная фигня, которая только, ну, под удар подставляет. Ага. Да, уже и кислота не попадает. В смысле? А, этого уже нет тут приема. Этого же приема-то нет у меня. Ну, такое, типа, уже не работает. Надо что-то новое, да, придумать? Ну да, да. Нет, ну, Кана, конечно, он крут, ну, типа, норм, но это не хай-тир персонаж. Типа, он что-то может, но у него нет каких-то таких вот мувов, которые прям всегда, вот они из игры в игру, они прям тащат. Например, как про Блук свой? Ну, про Котель-Кана я молчу, типа, он всегда крут. Вот. Да, да. Скарлетт тоже я не сказал бы, что прям... Что там? За Скарлетт сложно играть, на самом деле. Да, да, может показаться, наверное, то, что ты стоишь там издалека, просто настреливаешь. Да, на самом деле не так все просто, потому что нормальные комбинации у нее есть, но типа... Ну, а что у нее броню пробивает, типа? То есть... Она не стала мощнее. Просто, ну, зонер, но в ближнем бою ничего особенного нет. Медленные удары. Надо играть так, чтобы противник вообще не подходил. Ну, Сайвет как раз тот, кто может подойти. Да, да. Любым способом. Не, Тимурыч, она слабый перс, реально. Вот по-серьезному за нее играть, да, вообще не получается. За нее играть надо прям очень осторожно, очень нединамично, и набор хороших движений, он очень скуден. Типа назад один медленно, назад два медленно, наказывается. То есть, ну,
Вот. Ну, явно не для ближнего боя. Ну, просто да, да. И против персонажей, которых, у которых нет телепортов, и которые не могут близко подойти. Да, но за таких обычно и не играют просто. Ну да. Как по мне. То есть большинство персонажей будет тупо сильнее. Просто потому что. Ну, ладно, у меня есть вот это. Вот это. Да, но это типа среднее. Среднее есть, конечно, но... Но есть типа... Есть средние удары получше, скажем так. Ух ты. Ближе сделал. Да, да, да. Близкий, близкий. Щупалец. О, я еще и на эту, на full screen себя отодвинул. Ой, я вообще это не нажимал, я назад 4 нажимал. Можно и так, в принципе. Но надо прям мозг включать. То есть вот... На руках не получится выиграть. А? На руках не получится выиграть. Нужен мозг. Да, нужен мозг. Просто на кнопки нажимать не получается. Играть надо прям очень аккуратно. Прям вот отступать постоянно что-то. Читать надо все время. А, воздух чуть-чуть задевает, эта фигня. Она же высокая, по-моему, нет? А, нет, средняя, да? Средняя, да. Но вот воздух чуть-чуть может задеть. Роллы. Конфермить воздух нечем. Ну, это такое, ну, типа, там можно и получше, наверное, комбо сделать. Угу. Ну, сделал, как сделал. Здесь хватило, самое главное. Да, да.
Это угловочество назад 3-4. А у тебя в этом стиле бесполезный этот есть? Бесполезный... Ритуал. А, когда кровяка начинает? Да-да-да-да. Не, а, это в третьем, по-моему. О, вот так вот. А, вообще-то эта фигня наказывается. Ой. Ух ты, низ пропустил. Угу. Из-за того, что он второй удар, типа ты инстинктивно там... Низ... Держал средний. Да, низ не блочишь. Ой. Ой. Что-то я блок-то отпустил. Магия. А, немножко, да, магии. Оу. Внезапный низ. Чем же ловить-то тебя? Назад 1-2, что ли? А, назад 1 захват? Не знаю. Да. Ой, какая вот эта вниз 4 фигня. Как же она наказывается. И какая она медленная. Кажется, медленная на фасте, во всяком случае. Кажется, медленный. Ну, хороший нубсайб, наверное, бы Скарлетт просто бы разорвал бы, наверное. Ну, блин, я говорю, в ближнем бою вот нечего ей делать. Ну, вот Терминатора можно вот во втором стиле что-то придумать. Там миксапы есть. Но он зато в этом стиле он вообще не может зонить. Просто вообще. Дробовик у него, ну, такой слабый прием. Медленный слишком. Вот. Этот чисто для ближнего боя персонаж. Его, если начинают зонить, он ничего не сможет сделать практически. Ну, только вот спину включить, да, но смысл. Он же не сможет приблизиться. А, это вон чё. Угу. Джакс норм вообще. Вот Джакс вообще норм перс. Ой-ой-ой.
Но это нормально все будет. Смотри, что делает. Просто разносит пока что. Ну, среагировать сложно очень. Он еще и на ногах вставляет. Ну? Кого? Господи. Но ты... что-то в этом есть. Отпусти. Джакса зажали в углу. Хотя обычно Джакс это делает. А, да. Но вот тут да, тут что-то можно сделать, действительно. Если не зазонят, конечно. Тут как-то все динамично, интересно. Да и Джакс тоже интересный персонаж. А, это в ожидании. Какая? Ой. Длинная четверочка, ой, троечка. О, это все, это раунд. Бамс. Там два шага буквально. А? Из-за контратаки или из-за чего? Не, я два шага просто пробежал и все. Смотри, я могу законфермить воздух. Ой, слишком короткая. Ну тут ничего не будет. Да, это очень быстро. А, да? То есть можно и так. И я слышал, что у Терминатора вперед 2 и вперед 3, они, у них тайминг почти один и тот же, и как бы угадывай как хочешь. Вперед 2, самый быстрый этот. Оверхед, самый быстрый, да. Типа техника, когда ты защищаешься сначала, типа, с одной этой. Сначала верхний блок ставишь, потом нижний, она не работает. На Терминаторе. Попасть по нему не могу. Три, какой он. Ну. А говорят, что он медлительный. Не, медлительный это Робокоп. Два шага сделал. Минус. Пах. Это вообще захват. Боже, какие минуса? Это я вообще не знаю, что. Подожди, я о чем? Я... А, в смысле, минус на хите? Да, да, да. Пытаюсь вставить что-нибудь после хита. Но ты в хит станешь. И не успеваю, да. Что-то надо придумывать против него. Ой.
Вроде должен был прочитать. Смотри, это вообще невозможно стрелять. Ну? То есть я не могу присесть. Я понял. Карающий. Да, долго я останавливаюсь. Не то. О! Что? Какая скорость у тебя? Какая у тебя скорость, да, бешеная? Какая медленная скорость у дробовика Терминатора? У меня был такой изящный план выиграть раунд хотя бы. Но Терминатор, конечно, мне нравится больше, чем Скарлетт. Как-то... Нечего сравнивать, да? Ну, поинтереснее, да. А, ты уже изменил тактику. Боже мой. Нормально. Ой. Блин. Я что-то ждал дробовика, по-моему. Это крашинг. А вот что делать? Там ничего же не сделаешь. Ничего. Он же, я же не это. Я... И это ждешь, что ли? Да. Могу очень по-разному комбинировать. Да, хитрость там, конечно, жесткий. Но это было, ну, предсказуемо. Да? А вот что, вот эта комбо у меня срывается. Может не делать 1-2-1, может назад 3-2 сделать? Попробуй. Тогда ты больше, быстрее падать вниз, и тогда командник... Нет, него... если я буду падать, то я буду выкапить. И там у тебя не прокатит. Не знаю тогда, чё как. Ой. Ой. Вот это интересно. Оу. Ну вот это ты умеешь. Два шага вроде сделал. Да, и все. Чилаут.
Какой же оверхед. Дичайший. Да это, господи, это средние все удары идут просто. Ну? От них не сбежать. Го, что? Да ну, ну... Нет, не убивай меня. Ой. Бенч. Бенч. Бруталка получилась. Случайно. Оскар, молодому человеку поднесите, пожалуйста. Случайно у него. Ага. Знаем мы его, случайно. Ой. Да, вот это можно интересные вещи делать за терминатора за этого. Ой. Ой. А, вот это наказывается. Надо было нормально наказать. Уа-а-а! Да ну. Ну. Ой. Он двойку не... А, он не может сделать прием, я понял. Ой, что, не успеваю? Смотри, длиннее руки. Хотя назад 4 это, по-моему, очень наказуемый прием. Зачем на фуллскрин, я не понимаю. Ты... Не понял. Ничего нельзя ставить. Ага. Ой. Ну это я вот уже знал, что так будет. Что вот этот ролл. Да, ролл очень предсказуемый был. Надо было ролл назад и фэтл блоу. А, кстати, да. Как вариант. Ты бы увидел анимацию ролла.
подумал, что нужно делать захват. Это что? Ой. Блин. Ни одного верхнего сетапа нету. Ой, ты чего? Mortal Kombat 11. А. Я знал. Да нифига не all I need. Не один панч. Ой. А, настолько прям наказывается. Не, я, конечно, знал, что настолько. Но не думал, что настолько. Нога, конечно, у меня... Ух ты. Смотри, не могу хотя бы покинуть, да? Я не могу ничего придумать. А может, ничего не нужно придумывать? А, может быть. Смотри, какая ровная, да? Нет, сейчас будет бруталка. Ну вот, вторая бруталка. Да, да. Случайно. Ой. Ну вот, это с другой стороны был. Ой, хитстан. Ой, хитстан. А, ну или так. Ты поверил, да, мне? Ну. А это наказание было или нет? Нет. То есть плюсов тут нет. Я понял. Я хотел еще что-то там добавить. Но это, наверное, была бы имба. Я сесть не могу. Ну да. Там прям это. Не, ну хотя... Не. Должен мочь. Не, я не хочу бруталку опять. Хватит. Ладно, на этом все, пожалуй, дорогие друзья. С вами были Некрос и Тимур. Всем пока. Всем счастливо.